Звезды принято ощущать в духовитере чертовой Альфа – самая яркая звезда в Альфа-Лянке
является На протяжении многих веков человечество пыталось отыскать нашу жизнь. Но природа не спешит оставаться со своим домом. Мы ищем ответы на вопросы о происхождении нашего земного мира, Когда в одном из уголков Вселенной на крайней галактике Млечный Путь стали происходить интересные события, если их готовилось место для рождения нашей планеты. В первовидном рукаве в облаке неслужного дороги ледяной пыли взорвались 200 новых звезды. Импульс этих взрывов встряхнул гигантскую залу боевое облако и запустил процесс формирования новой звездной системы. Здесь потоки энергии, элементов и звездных веществ образовались Солнце и целые свиты его планеты. В удаленных областях из водорода и пыли формировались газовые гиганты, а из твердых элементов, трения, магния, железа и никеля строились планеты, ближайшие к Солнцу. Около 4,5 миллиарда лет назад возникла Земля. Вскоре после формирования юная Земля столкнулась с протопланетой Сейн. Удар пришел, чтобы показать, в результате чего из-за волны и пыли зародилась Луна. На протяжении многих веков человечество пыталось описать свое место во времени пространства. В древнейших обсерваториях первые астрономы фиксировали видимое движение Солнца и Луны, смену дня и ночи, смену времени года, наблюдали затмения, падение метеоритов, появление комет, составляли первую азбуку звездного неба. При
представление небеса и самой земли неоднократно менять. Если исследования верующих ученых сталкивались с самыми фантастическими соединениями мироздания, наука и религия воздвигали Вселенную. Однако уже все далекие времена были выдвинуты смелые предположения об устройстве мира. Многие из них нашли подтверждение лишь целые столетия спустя. Средние века ученые исследовали светила, относящиеся к солнечной сети. Объекты, находящиеся вне электродел, были недоступны для открытия. Извлечение даже самых ближайших космических тел требовало разработки специальных инструментов, побуждая астрономов естественно взаимодействовать с инженерными науками и производителями технических приборов. Сеть наблюдений за космическим пространством расширялась. Правила и законы поведения известных тел, детали их расположения, строения, движения и свойства выявляли ощущения разных стран. Дальше шаг за шагом человечество двигалось звездам, но оставалось при этом Земле. Казалось бы, свет надежды преодолеть ее вчера. Но нашелся человек, объявивший новую стратегию движения тела. Наша планета есть кривина разума. Не нельзя лично жутко не верить. Теоретики новой науки, космонавты, довольно быстро дали там практическим расчетом и испытанием. Разработка ракетной ответственности и открытие физических законов, имеющих для пределов Земли, приближала новую космическую эру. Счет пошел не на века, на годы. Наш соотечественник Юрий Кондратюк вынул основное уравнение движения ракет. Первым использовался незнание на практике немецкий конструктор Вернер фон Браун. И первый шаг в отечественном ракетостроении за Сергеем Павловичем Крайлером. Под руководством этого создателя советской космической техники создавал на орбите первый искусственный спутник Земли, дата запуска которого стала началом космической эры. Сведения Королёва и среди советских ученых, инженеров и конструкторов связана и следующая дата, определившая решение поворота в истории человечества. Полет Гагарина открыл дорогу звездам. Началось настоящее соревнование конструкторских идей и инженерных школ. Политическая гонка, известная как «Время первых». И с самого начала освоения космоса ученые понимали необходимость создания кораблей, способных возвращаться на Землю. Туда и обратно. Такая задача ставилась изобретателям и конструкторам. На практике это удалось сделать двум сверхдержавам — США и СССР. Американские многоразовые корабли систему Space Shuttle стоили скажем челноки, которые должны осуществлять двустороннюю связь между Землей и околоземной орбитой. Их назначение — проводить научные исследования, составлять и ремонтировать спутники. Широкое применение они нашли в таких случаях в своем сети. Предупреждая потенциальную угрозу из космоса, страна Советов разработала свою многоразовую космическую систему. Научные исследования работал и научно-промышленный комплекс Советского Союза. Создание многоразового космического корабля потребовало решения огромного числа задач и инновационных для своего времени. В
Для автоматического режима полета и посадки советские специалисты впервые разработали электронный мозг, уникальный комплекс портовых систем. Для проведения измерений и испытаний были созданы полноразмерные макеты и прототипы нашего челнока. Об этом проекте говорили, что это самая сложная машина, когда-либо созданная человечеством. Орбитальный самолет адресовали десятками тысяч кварцевых плиток, выдерживающих сверхвысокие температуры. Перед Ураном предстояло летать туда и возвращаться обратно в экстремальных условиях. Выводить Уран в космос должна ракета, и ракета особенно. Известно, что чем дальше стартовая площадка от линии экватора, тем меньше будет может завести на орбиту одна и та же ракета. Советские космодромы от экватора утяжены, а значит конструкторы вынуждены увеличить. Уже четвертый полет Урана должен был стать пилотируемым. Экипажи осваивали специальные программы подготовки и летчики, и космонавты. Результаты более чем 200 тренировочных вылетов помогли и в создании системы автопилота, шашлыкной карточкой нашего человека. И именно автоматическое управление полетом принципиально очищало Уран от шаттла. И никогда чаще не было единственным. Советские конструкторы по ряду параметров превзошли многоразовую систему американцев. Москва, Южная Душа. Территория машиностроительного завода, где производил сбор космического челнока, Уран был поставлен на подмосковный аэродром Жукова. Из Южно-Косково на критическом бомбардировке «Тельган» специально модернизирован. А перевод дружественного внешнего груза «Урал» отправляется в Новосток на главный союзный космодром «Байконур». Параллельно из Самары и Петербурга на «Байконур» осуществляет перевода ракетно-носителей «Энергия». Тем временем подобный проект на «Байконуре» подведен специальный стартовый комплекс. А для возвращения космического челнока построен новый аэродром. Юбилейный. Старт назначен на 15 ноября. Месяц после штурмовой предупреждения. Но после короткого совещания руководитель полета скорее принимает решение запускать. С восходом солнца в 5:10 утра на космодроме включаются программы старта. С этого момента и со самой подачи все происходило эфиром чищающим человеком. Большую часть пути Уран летел глубоко, отставив солнце в мое термозащищенное жилище. Он совершил два витка вокруг Земли, прежде чем приступил к решению самой сложной задачи. Представьте, на высоте 50 километров, со скоростью почти 8 километров в секунду, летит около линии Плутон. Буран должен погасить эту скорость, рассеять атмосферу свою энергию и мягко приземлиться на посадочной полосе с точностью внимания. 900 метров вдоль и 38 метров поперек направления своего полета. За 22 тысячи километров до точки посадки Буран получил команду на торможение. Он включает ракетный двигатель на замедление. Плотно в слоях атмосферы радиосвет прерывает команду на 12 минут. После прохождения участка слабого ранее Буран выходит на средства станции на движение. Кажется, что все идет по тщательно расчетному плану.
Интеллектуальный фронтовой компьютер корабля устраивает сюрприз на земном форме. Вместо ожидавшего широкого посадку, Курантер нечищенно отвернул влево. Этот гражданин оказался настолько неожиданным, что корабль чувствовал неожиданный приказ на ликвидизацию корабля. Однако, в совершенном момент, челнок четко развернулся и ощущил глухого прохода. Менее 10 метров, отложившие прощащие мокрости лица. Как говорили на следующий день, полет Курана стал один ряд с главными достижениями космической эры. Помните, какая эта «Безвижная» или фразу Армстронга «Маленький шаг человека и большой для человека». Космонавтика развивается в разных направлениях. Новые страницы космической истории сегодня ученые, конструкторы, военные и даже студенты разных профессий. Множество форматов использования искусственных спутников Земли. Совершенствуются пилотируемые и беспилотные аппараты. Обитаемые модульные станции освоили непрерывную работу над НАСА. Миссии, ведущих космических стран и их объединений, расширяют и усложняют задачи Земли. А сам прогресс, заключительный на орбите Земли, Титане ознакомится с ближайшими силами и двигаться на новые шаги. Такое мастеров. Границам Солнечной системы, перейти в поезд Кольдера и перейти к обновлению дальнего. Обитаемые обитаемые станции используются для целого комплекса научных исследований. Получать изображение звезд, туманности, галактик планет, невидимых обманывающих атмосферу Земли позволяют орбитальные обсерватории. Технология освоения космоса становится частью глобального маркетинга и позволяет расширять совершенно другие значения человечества. Уловная программа СССР и России. США и Китай. Специалисты рассматривают наш ближайший спутник как научный полигон для масштабных астрономических и геологических исследований дальнего космоса. В рамках национальных программ «Учреждение Миллера» советские и американские специалисты получили ценные сведения для подготовки и исследований в районе Солнечной системы, значительно удаленные от Земли. Программа исследования Марса предусматривает детальное знакомство с обитателями. Ведь перспективы называют возможное заселение, колонизацию землями своего красного состава. Погоня за информацией о зарождении Солнечной системы, специалисты отправляют космические аппараты небесных питанцев, метеоритом, кометом, астероидом. Но основное внимание исследователи все же привлекают на планету. Дальние космические полеты отправляются аппараты самоприведения за планетами Галкина, Юпитером и Сатурном. С помощью зондов Юнона и Хантин астрономы смогли изучить гравитационные и магнитные поля Юпитера. Составили карту его ветра. Став первым искусственным спутником Сатурна, Хантин позволил ученым детально рассмотреть структуру и поведение колец шестой планеты Амсон. Автоматические межпланетные станции Сайгиби и Плутона, крупнейшей карликовой планеты Солнечной системы и крупнейшего объекта пояса Койка. Это поезд ледяной мир на окраине Солнечной системы. Он состоит из малых объектов и считается родным дома Калика. Миссии новых горизонтов, Ультима Тури и Вояжеров серьезно повлияли на понимание происхождения архитектуры и динамики Солнечной системы, чем миграции наших планет и нашего земного места в этой системе. Но знаешь, все еще ощутимо мало и неподробно. Поэтому для наших зрителей дорога к звездам. Только начинается.
Ночное небо, прекрасное и загадочное. Во вселенной, сколько всего будет человек, это тема разговора страха и содержание древних мифов и третье тотальное рождание. Много лет назад, глядя в разводное небо, люди каждую ночь ощущали на нем изменения. Пока небо перезрело на нет, прибывала и убывала луна, вспыхивали казанные метеоры. Благодаря первым скрытым видениям, в небесных землях удалось заняться на мероприятии. Так как появились первые кахеляри. Кахеляри помог разобрить всем хозяйствам. Возникли хозяйствия, стали набирать силу молодые фельдшеры. На первых картах звездного неба яркие звезды изменились при предыдущем для нас созвездии. Звездные карты применяют навигацию, помогают путешествиям и торговле. Но первые годы не понимали, чем будет наблюдаться на мире явлений. В те времена ученые и философы воспринимали космос через древние мифы. Древние греки применили рациональный подход и сделали первые шаги к отделению молодой астрономии от древних мифов на небе. Величайшие мы эпохи Пифагор, Эратосфен, Аполлон и Птолемей разработали тему научную систему, способную предугадывать астрономические явления. Наблюдающиеся движения небес от объектов к Земле, древнегреческие астрономы поместили нашу планету в центр Вселенной, создав самую геоцентрическую систему. Аристарх Ипсилон был первым, кто еще последний день до нашей эры предложил геоцентрическую орбиту, считая, что остальные миры находятся не Земля, а Солнце. Но эта теория оказалась непризнанной чище немногих столетий. И только Коперник в 16 веке возразил чушь влияния Аристарха. Она была поддержана наблюдением чищенных планет, которые выходят от астрономии всех убрать. Наблюдение, подкрепленное расчетами глазами Кеплера, подтвердили правильность геоцентрической системы. Все семь планеты, включая Землю, вращаются вокруг Солнца. Но настоящая революция в астрономии произошла в 1609 году, когда великий Вильгельм на Тане не засекал. Сделав это, он очень верил в Солнце и в Вселенной. Раз он тогда положил конец геоцентрическим взглядом, сохранившимся от древнего мира. Телескоп — это прибор, который выбирает в сумме удаленных известных объектов из пустой детальной изображения. Чтобы определить эти объекты, нужно набрать как можно больше света, а каждый машине нужно длинки и зеркаловатый телескоп.
Иногда на поверхности Солнца возникает сильно локальная магнитная поля, порождающая солнечные пятна. Здесь можно обрабатывать огромную энергию, которая выделяет мощность взрывов солнечных вспышек. Вспышки на фронтом сопровождаются выбором между межпланетное пространство частичным сухой энергии. Потоки очищения иногда достигают Земли, нарушая разум связь и вызывая полярные сияния. Сегодня солнце — это дальнейшая звезда. Оно выстроено в начале энергии в течение ближайших 7 миллиардов лет. Но рано или поздно водород, то топливо для его термоядерной топки закончится. И когда солнце расширится, чтобы стать громким гигантом, поглощая все жизни планеты, включая Землю. Затем, бросив нижнюю ловушку, она должна быть крошечной звездой белого огня. Самый близкий концом планеты — это Меркурий. Безжизненный мир практически лишён атмосферы. Его поверхность испещрена кратером, следами ударов десятков тысяч попавшихся астероидов и кометы. В 2004 году ученые отправили Меркурию оптическую полносящую, чтобы исследовать чужой. Аппарат передал множество научных данных, а также снимки о вероятности планеты с высоким разрешением. Вторая планета — Венера, немного больше Земли. Ее атмосфера состоит из углекислого газа, а облака содержат пары сибирской кислоты. Температура на поверхности Венеры достигает почти 500 градусов по Цельсию. Здесь это нарушено интенсивной биологической активностью. Излияние лавы постоянно меняет облик планеты. Из-за этого поверхность Венеры полностью обновляется каждые несколько сотен миллионов лет. Третья планета Солнца — наша Земля, с океаном живой и атмосферой, насыщенной кислородом. Земля — это оазис жизни в Солнечной системе. Естественный центр Земли — Луна. Она примерно 3,5 раза ниже Земли и лишена атмосферы. Поверхность Луны покрыта кратером, который, как и Меркурий, возникли больше существенных столкновений в ранние периоды формирования Солнечной системы. Луна — это единственное известное тело, на котором бывали люди. Марс — четвертый центр планеты. Самое близкое расстояние, на котором мы тогда подходим к Земле, около 55 миллионов километров. Последние десятилетия ученые уборочные шары Марс и расстояние многих его секрет, составляют новую карту его поверхности. Здесь есть длинный начальник на кратер, огромный большой вулкан и другой большой каньон. Давным-давно на этой планете была жидкая вода. Сейчас она превратилась в лед.
Возможно, какие-то конструкции грунтовых водов на поверхности Марса. Но пока нам неизвестно. Ученые продолжают исследовать Марс с помощью дистанционного ГМ межпланетного зонда. В будущем Марс станет целью для полета человека. Юпитер – самая большая планета Солнечной системы. Его диаметр более чем в 11 раз превышает диаметр Земли. Его плотная солнечная атмосфера в основном состоит из водорода и гелия, добавленных метана. Легко узнаваемая деталь в атмосфере Юпитера – большое красное пятно. Это огромное пятно, в два раза превышающее размер Земли, бушующее в нем несколько сотен лет. Среди почти миллионов Юпитера два представляют особые виды. Это Европа, где переполнена газом, скрывает глубокий земной океан, и Ио, с его вулканами и постоянными извержениями лавы. Наверное, самая красивая планета во всей Солнечной системе, благодаря его грандиозному кольцу. Кольцо Сатурна составляет программу невидимых частиц. Скорее всего, это фрагмент высших спутников на Сатурне проекта планет. И, наконец, самая далекая планета — Нептун. Она похожа на Уран, но обладает более активной атмосферой. За Нептуном начинается образ, как разрешивших вокруг Солнца ледяные карликовые планеты — Плутон, Урон, Эвелина, Макхакенки, Орка, Лаумия, Сиверна. Эти объекты, вероятно, которых очень открытые махарные планеты, а также тысячи более-менее объектов, расположены на периферии Солнечной системы, называемого поясом Койпера. Кроме пояса Койпера, между Марсом и Юпитером существует главный пояс астероидов, где движутся сотни тысяч каменных и железных глыб различных форм и размеров. Космическим аппаратам удалось собрать некоторые из них и детально их изучить. Зонды даже совершали посадку на некоторые астероиды и ядро момент, изучая их объекты. Наконец, в том числе системе существует множество небесных тел, состоящих из огня и пыли. Иногда мы наблюдаем в виде комбинет. В прошлом году считались две секундами природных костров и инфочищих потрясений. Солнце и все планеты принадлежат гигантскому скоплению, содержащему менее 200 миллиардов звезд. Это наша галактика, Млечный Путь. Недавно были обнаружены планеты, вращающиеся вокруг других звезд нашей галактики. Изучение этих новых и порой очень необычных миров быстро развивающихся в область наблюдательной программы.
Звезды полуобратные, слишком обратные, но неожиданная звезда не живет здесь. Обычно звезды объединяются так называемые звездные скопления, которые подразделяют на два типа – шаровые и рассеянные. В шаровых скоплениях всегда держащие звезды формируют звезды относительно полосы шара. Возраст скоплений можно определить, исходя из разделения типов звезд внутри каждого из них. Так аномалы получают личный ход из Центурии. Шаровые скопления — это типичные объекты внутри галактики. Некоторые гиганты металлические галактики содержат до 30 тысяч шаровых скоплений. В отличие от шаровых скоплений, рассеянные скоплений не меньше количества звезд, почти одинакового возраста. Звезды рассеянных скоплений слабо связаны с шаровой гравитацией. Такие скопления теряют некоторые небольшие сердцевые звезды из-за протяжения других звездных скоплений и гигантских облаков в ходе шаровых полноценных личного пути. Как правило, разные звезды скопления существуют в несколько сотен миллионов лет. В межзвездных пространствах встречаются туманные облака и гигантские туманности. При переходящих в воду, внутренняя часть звезды, сброшенная в оболочку, превращается в нее кахар. Остатки кахарской звезды сверху моря порождают огромный туман. Ее центр находится в гигантском шаровом ядре. Ее масса близка к суммарной массе 4 миллионов тонн.
Несмотря на то, что остальные объекты, мы лишь не единственные галактики во Вселенной. Известно 100 миллиардов галактик на Красном и Красном. Электрические галактики обычно состоят из более старых звезд. Спиральные галактики обычно содержат яркое ядро и 20 рукава, из приходящихся центра галактики и из приходящих ядро множества звезд. Примерно четверть всех наблюдаемых галактик относится к спиральным. Галактики с ярко-жирной формой называются спиральными или уникальными. Помимо звезд, в них очень много загадок и пыли. Большинство уникальных галактик зарождались как спиральные или физические, но ее информировала гравитация соседних галактик. Под влиянием гравитации из отдельных галактик сформировались их группы, скопления и даже сверхскопления. Галактики внутри группы и скоплений нередко взаимодействуют между собой и даже иногда сталкиваются. Такие столкновения могут изменить и форму галактик, и ход их эволюции. Наша Вселенная, состоящая из галактик, находится в постоянном движении, стремительном, прекрасном и ясном космическом танце. Похоже, что наши Вселенные образовались почти 14 миллиардов лет назад в результате грандиозного разрушения большого взрыва. С тех пор Вселенная продолжает расширяться. Ее расширение не только продолжается, но и ускоряется. Но несмотря на все, что мы знаем, много мощных вопросов о возникновении будущей Вселенной остаются пока без ответа. Мы живем в грандиозной и полной энергии Вселенной, превращающей человеческие энергии поставления. Но Вселенная подчиняется уже физическим законам. Они позволили создать необъяснимую норму, которую мы называем «жизнью». Мы смотрим на мир, находясь на небольшой бледно-голубой планете, вращающейся вокруг нечищенной замечательной звезды, расположенной в диаметре на галактике. Но у нас есть удивительная возможность вглядываться в глубину Вселенной, в поисках ответов на главный вопрос пути сюда. Убедительный, но и вы не знаете, что это за стадион. Как сказать, я